Всем доброе утро. Сегодня 8 ноября. Завтра утром в 6 часов я отправляюсь в Киев. Сейчас же я взвешиваюсь. 74. Ну, примерно 69 точно есть. У Виктора я более точно взвешусь. Сейчас я раздеваться не хочу, только чинить. В том, что здесь в доме прохладно, есть свои преимущества. Во-первых, когда я делаю дыхательные упражнения, мне гораздо легче их делать. В прохладном воздухе физически много кислорода, в тонкоматериальном уровне много праны. И компьютер работает нормально, охлаждение хорошее. Поэтому есть преимущество.